Привет, ребята, в Доре Грузия. Меня зовут Анатолий. Как тебя зовут? Асель. Откуда? Казахстан. Из Казахстана. И мы сейчас идем на Парапай. Что говоришь, можно? А можно ли его куда-то сюда его поставить? Ты имеешь камеру? Да. Не, нельзя, там же не покрепили. Только в океан, не волнуйся, он привязан. А, все, окей. Сейчас, Асель, мы немножко с тобой потанцуем для того, чтобы взлететь на Парапай. Все. То есть мы сейчас будем идти вперед, когда я скажу идти вперед. Это туда, куда ты смотришь. Всегда. Okay. Вперед это только туда. Вот, с горки. И назад это в противоположную сторону. Так ты все равно. Пару шагов вперед. Дима, ты меня зацепишь, понимаешь? Дим, ты меня зацепишь, поэтому я первый. Еще. Идем. Назад. Окей. Ай! Стой. Можете помочь? Пожалуйста. Что-то не получается, я не знаю почему. Все. Блин, из-за этого. Сейчас. Все. Держи камеру, Ваня. Давай камеру. Да. Готовы идти назад? Так, назад, да? Пойдем вперед сейчас. Один шаг. Один шаг. Пошли назад. Окей. Вы быстро ходите! Вы очень быстро ходите. Ты сможешь встать сейчас? Да. Давай. А, все. Нагнись вперед. Не садись. А, садишься ты. Я думал. Сейчас. Ну встань, пожалуйста. Сейчас. Ну встань, пожалуйста. Ну что ты делаешь? Сейчас ты встань. Ну иди сюда. Пошли вперед. Побежали. Извините. Бывает. Ты просто не контролируешь свое тело. Нет, я там реально не чувствовала. Я же ноги вообще не хотели слушать сейчас. Меня. Шикарно. Да. А чуть подальше не можем? Что говоришь? Подальше. Куда подальше? Я не знаю. Не знаю, тоже подальше. Если мы отойдем подальше, значит, не спалить. Девочки, как барабанщики.